Сегодня определится количество кандидатов от Якутии по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную Думу. Верховный суд России вернется после объявленного в пятницу перерыва в заседании к рассмотрению дела кандидата-самовыдвиженца Андрея Борисова. Перерыв был объявлен по причине отсутствия подписных листов, которые не предоставила окружная избирательная комиссия. Напомним, 3 августа Борисов сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы. После их проверки из-за нарушений в оформлении подписных листов в регистрации ему отказали. В свою очередь самовыдвиженец обратился в Верховный суд Якутии, который обязал отменить решение избирательной комиссии. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном суде России. Напомним, до выборов в Государственную Думу остается чуть меньше недели.